I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Блин, посмотрите, как круто. У меня ванная похожа, как будто бы я сейчас снимаю для какого-нибудь влог свою мормень крутую. Итак, девочки, сегодня я вам расскажу про свои уходовые средства и уходовую рутину. Вы готовы? Я думаю, что вы и так все заметили, но я не могу не сказать, потому что у меня какой-то дискомфорт от того, что я появляюсь без косметики перед вами. Сейчас не самый лучший период для моей кожи, как вы можете заметить. Я столкнулась с рядом высыпаний, преимущественно в этой части и немножко вот здесь. Я очень трепетно отношусь к уходу за кожей сейчас, потому что я не хочу, чтобы ни в коем случае это все прогрессировало и усугублялось. Мне нужно, чтобы это все поскорее сошло на нет. Поэтому уход — это сейчас очень важно. А самое важное — это вообще этап очищения, я думаю, вы все знаете. Поэтому к нему я отношусь еще трепетнее, потому что именно этап очищения, он является такой важной частью качественного и правильного ухода за кожей. Я пока только предполагаю, почему это могло случиться. У меня есть несколько идей. Может быть, это из-за смены климата, в целом акклиматизация. Может быть, это смена воды, потому что здесь она немного другая. Может быть, просто стресс на почве всего этого, и гормоны шалят. Так что, действительно, причин может быть много. Я стараюсь не унывать и делать все для того, чтобы это поскорее закончилось. В последнее время я пользовалась вот таким средством. Это CeraVe, интенсивно очищающий гель для нормальной и жирной кожи. Как раз такая у меня. Поэтому мне очень он подходит. Мне безумно нравится его текстура. Я его обожаю. Но сейчас, так как он мне уже подходит к концу, я решила попробовать поменять средство, и мой выбор пал на вот такой вот пенящийся гель Факлар от La Roche-Posay. Я уже этим тоже попользовалась, и могу сказать, что они очень похожи по ощущениям и по текстуре. Они одинаково пенятся и имеют похожую консистенцию. Я думаю, вы заметили, что у меня часто эти именно средства мелькают где-то во влогах, в сторис. Я люблю одинаково средства обоих этих брендов, и еще мне безумно нравится то, что они находятся примерно в похожем ценовом сегменте. Классно хотя бы иногда менять средства, хотя бы просто ради разнообразия и быть уверенным, что тебе они точно подойдут. Оба средства хорошо пенятся, хорошо удаляют макияж, излишки кожного сала, загрязнения. И, кстати, что важно для любой кожи, не содержат спирт, красители и парабены. Ну и, конечно же, освежает. Я лично просто обожаю ощущение чистой кожи после умывания. Даже не знаю, что может быть лучше. Так что, мои хорошие, несмотря ни на что, мы не сдаемся, стараемся делать все самое максимально приятное, хорошее, качественное для своей кожи, а она вас в какой-то момент обязательно отблагодарит. Я думаю, что, может быть, не всем приятно так близко смотреть на недостатки кожи чьей-то, но я просто хочу поделиться, что мы не одни такие, мы с вами совсем справимся, и это все временно. Я просто продолжаю свою повседневную рутину и верю, что в какой-то момент все изменится. Посмотрите, какой завтрак я сейчас буду готовить. Мы нашли очень вкусную смесь, которую ты просто добавляешь молоко, либо же воду, но я предпочитаю молоко. У тебя получаются такие красивые панкейки. Так что сегодня будем завтракать именно этим. Music on YouTube Music. Here you go. Ты
Жена, расскажи, что сегодня у нас на завтрак. Сегодня у нас на завтрак панкейки. Мы вчера эти панкейки очень сильно полюбили. Ну, я не знаю, у меня получится. Вкусно так же, как вчера. Фух, это большой страх. Не смочь сделать так же хорошо. Испортить все. Мне очень вкусно. Супер. Я сейчас оделся, поеду. Нужно будет кое-что сделать по машине. Здесь в Америке очень популярный смог. Так называется. То есть проверять на выбросы вот этих выхлопных газов. И я уже два раза пошел, короче, не прошел. А-а-а. Вот, и там были какие-то критерии. В общем, мы их исправили, и сегодня будем пробовать еще раз. И ты обязан это сделать, когда покупаешь машину? Ну, конечно. То есть, чтобы было мало выхлопных газов? Да, но говорят, это только в Калифорнии так, я не знаю почему. Это да. Вот. Сегодня надел джинсы. Я не знаю, мне кажется, умру от жары. Надо дождаться сентября. В сентябре будет проще с этим. Я жду очень сильно октябрь, сентябрь. Потому что на день рождения в октябре? Нет. Ну, это тоже. Ну, вообще по многим причинам. Но одна из — это погода. Потому что, как бы я ни любила врунишка. Солнце и жару... Ты врунишка. Что? Ты вообще не ждешь моего дня рождения. Ну, еще подарок покупать, даже не знаю. Я что хочу сказать, я люблю жару и солнце, но, знаете, вот когда средняя температура, да, вообще кайф, а когда прям жарко, тяжеловато. Но лучше, чем холод. Это ненормально, что у нас такая разница в росте. А я сегодня побрился. Да, я люблю, когда вчера. Постриться. Любишь? Да. Ты же мне наоборот сказала. Ну, теперь уже люблю. Пару месяцев я назад Карина. Я еще не определилась, ладно. Карина мне говорит, мне не нравится, когда ты бреешься, а мне так нравится. Кожа такая мягкая, я чувствую сразу себя школьником. Сидела бы за таким учеником? За таким учеником? О, в смысле, за одной партой сидела бы? Прикинь, если бы мы с тобой... Мы подходим друг к другу, да. Ну да, если бы мы с тобой даже... На самом деле, я не знаю, почему пары со временем становятся очень похожи. И это реально факт. Ну, мы изначально были такие. Нет, я думаю, Карин, что посмотри. Мы нашли друг друга такими. Мы как будто очень сильно похожи. Не то, что подходим друг другу, а именно похожи. Угу. Почему я красоту придешь? Ты меня все крадешь, посмотри. Какая у меня красивая жена, знаете. А у меня красивый муж. Еще и ухаживает за собой. И порой даже больше, чем я. Поэтому даже немножко неудобно. Обычно в семьях, когда мужчина ухаживает за собой, всегда его подозревают, типа любовниц, когда ты не подозреваешь? Нет, я просто... Ты просто знаешь, что я с 15 лет такой? Ну, не знаю, я с 15 лет реально начал укладывать свои волосы, хотя тогда это было нельзя делать. То есть ты если укладывал волосы, все, ты... Это все кавказское, давайте мы оставим. Да не кавказское, это реально так было. Ну это в основном на Кавказе все равно. Какой на Кавказе? Я же не на Кавказе жил. А, имею в виду в России, но среди кавказцев. Потому что, мне кажется, ребята, которые не с Кавказа, а из России, нет. Они не так. У меня разные друзья и разные национальности были в обществе. Все так придерживались, понимаешь? Возможно, тренд задали мы, но... Все этого придерживаются. Ну, в целом, да, есть. Ну да, я согласна. Мне кажется, просто время идет, и люди меняются. Знаешь, типа, впитывают какую-то современную информацию. Плюс, например, то, что раньше выкладывать фотки. Ты знаешь, что это было? Ну, это опять же в твоих кругах. Нет, вообще, в целом, как ты ему. Там, например, чей-то ребенок фотки выкладывает чаще, чем один раз в месяц, например. Значит, могли, что-то с ним не так. Могли быть скандалы, типа, кого ты пытаешься соблазнить? А чего ты так много фотографий выкладываешь? А что с тобой не так? Это девочки говорили, а мужчине говорили, тебе больше нечего делать? Ты серьезно будешь фотографироваться, выкладывать? Я так рада, что... А сейчас, понимаешь, это каждый второй мужчина, который так говорил, уже взрослый, я имею в виду, ведет Инстаграм, публикует фотографии, говорит, как классно, что, например, мы фотографируемся постоянно, поэтому все меняется, все переменчиво, и все принципы, они все временные. Нет такого, знаешь, что человек придерживается своих принципов с 25 лет и до конца жизни. Да, есть какие-то принципы, которые ты не можешь никак
так скажем, перейти их. Но в целом это так интересно, как жизнь меняется. Ты очень сильно изменился. Я себя не узнаю. Я смотрю на себя в прошлом. Я был очень замкнутым и очень узкомыслил. В той школе мне тоже было нормально. То есть я тогда жил отлично и придерживался просто других понятий. Сейчас как будто я стал более современный и уже не так сильно зацикливаюсь на том, как живут другие люди. То есть раньше я, ну не то чтобы с кем-то, а про себя мог очень много критиковать людей. Типа, надел розовую футболку, прическу такую сделал, зауженные джинсы надел, то, пятое, десятое. Они зауженные джинсы. Ну это не зауженные джинсы, но они узкие, да. Это типа не то, что я раньше надевал. Хотя, мне очень нравится. Хотя я, вот когда в универ поступил, я тогда ходил еще хуже, чем заужинок. Поэтому все мы, знаешь, кого-то критикуем, а сами потом идем по этой же дороге. Поэтому никогда никого нельзя критиковать. Только в своей голове. И никогда нельзя говорить никогда. Вот это очень важная штука. Потому что проходит время, не ты, так твои дети будут так делать. Yes. Вот. Поэтому лишний раз свой рот открывать нельзя. Каждый человек должен жить своей жизнью. Понимаешь? Я согласна. И тогда все будут счастливы. Угу. А то, что иногда смотришь видео, реально, как могут подойти к человеку и избить его за внешний вид, предъявить за носки. Дикари. За носки, то, что ты... Так, зачем такие носки носишь? Какая разница? Эти же носки могли быть обычными белыми носками. Но это же все в голове, правильно? Твои панкейки, конечно, это бомба. Оск любит. У нас вот такую пасту, я тоже ее ем, но что-то иногда она мне заходит, иногда нет. Я уже пробовал без пасты, очень вкусно. Это арахисовая, если что. Бомба. Давай чай поставим. Думаешь, он доделался уже? Не торопись, это очень красиво. Мне нужны ягоды срочно. Что нужно? Ягоды. Ягода маленькая. Оп-оп-оп. Блин, у нас такой крутой холодильник большой. Да. На самом деле это очень удобно. Лучше один большой холодильник, чем два отдельных. Блин, какую песню для детей он сделала? Да, мы вчера смотрели 400 миллионов, или почти 500, 491, я помню. Почти 500 миллионов, представляете? Круто, для России это вообще топ. Итак, красота готова. Мы вчера сделали то же самое, только с Кристиной вместе у них дома, и они получились лучше. Я не знаю, в чем проблема. Пока идеально не получилось высчитать идеальную пропорцию смеси к молоку, но мы это сделаем. У нее они получились такие воздушные. Мы просто намешали, даже не знаю сколько. Представляете, вся эта огромная упаковка смеси стоит всего $8. Это взрыв башки. $8. Этого хватит на полгода минимум, если есть пару раз в неделю или даже чаще. Так что я в шоке. Еще и срок годности 2 года. Фу. А если учитывать, что по факту не обязательно туда добавлять молоко, можно добавлять воду, и, может быть, такой же будет вкус. Это вообще сколько один тогда панкейк стоит? Да, я поэтому и говорю, что по желанию в Америке ты с голоду не умрешь. Да, но, возможно, пополнеешь, потому что... Не, ну если по утрам есть и много двигаться... Нет, я к тому, что просто здесь очень много такого. Например, наггетсы можно купить тоже задешево. В том же Костко огромную пачку, и только их есть на ужин, например. То есть можно есть дешево, но пока ты на завтрак съешь панкейки, на обед наггетсы и на ужин, не знаю, хот-доги с бургером, можно потолстеть. Но с другой стороны, вкусно. Так, не прошло и 5 минут, так, по-моему. Так вкусно, Карин, ты с ума сойдешь. Реально? Я еще хлеб сделал, он в рыбе жарится. Не хочу хлеб, спасибо большое. Пожалуйста. Оск уже успел съездить, я уже успела поработать.
И сейчас он также заехал в магазин, купил нам рыбку, будем есть. Прям вот так и кушаем пальцами, ребят. Пальцами — это еда богов. Помидор, сыр, все кушать вместе. У меня здесь еще такая музыка итальянская играла, я как будто в Сицилии сижу, на берегу моря кушаю. Они не испанцы? А, нет, итальянцы. Hey, Google, continue. Вот это. Мне тут кое-что пришло, я сделала небольшой шопинг сегодня. И хочу рассказать вам, что я взяла, и померить. Что очень интересно, я так давно уже не делала онлайн-шопинг, что я уже забыла, каково это. Надо мерить, ничего не понятно. Итак, мои хорошие, первый лот. В принципе, неплохо, но надо погладить. Они как-то уложили платье так хорошо, что оно прелестно выглядит. Здесь же я что-то пока не понимаю, как его уложить, здесь куча складок. Вот оно. Такое летнее, летящее, мне в принципе нравится. Оно стоит... Я его взяла за 63, а оно сейчас стоит 50. Скидка. О, Господи. Неприятно. Почему на все скидка? 19% все, что я брала. Если его погладить, то я думаю, вообще неплохой вариант. Итак, вы смотрите сейчас на чемпиона по жизни, потому что, представляете, я заказала себе костюм, как я думала, оказывается, это толстая юбка, поэтому у меня нету верха соответствующего. И я, к сожалению, прошляпила этот момент, и я даже не вижу здесь верха, чтобы докупить. Мне кажется, он просто закончился. Юбка, конечно, прикольная, но не знаю, грустно. Ну, я ее тоже оставлю. Может быть, закажу тоже какой-нибудь. Вот такое еще у меня платье есть. Я, как видите, по платью. Ого, оно плотное. Интересно. Хороша, мне нравится. Мне кажется, это самая лучшая покупка за сегодня, потому что оно плотное, то есть оно... 100%. Оно выглядит очень плотно. Да. Качественное, из-за того, что оно плотное, ничего не просвечивает, не спадает, все держится хорошо, мне нравится вот этот разрез. Так что я такой... Милая, она тебе идет. Как красиво. О, я даже с тобой танцевал. Давай. Hey, Google, turn on the music. Got it. Music on YouTube music. Она еще не ошибалась. Спасибо за выбор. Это был такой, можно сказать, пробный шопинг. Я посмотрела в целом, какой у меня размер, и посмотрела на качество вещей на этом сайте для того, чтобы заказать еще при желании. Каждая вещь здесь стоила в районе 70 баксов, что немного, но могло бы быть и меньше, потому что сейчас цена на 20% дешевле. Это ужасно. Что ж, вок продолжается. Сейчас буду краситься. Итак, раз, два, три. И все, прощения видно. Я уже почти все, стараюсь краситься очень быстро, пропуская некоторые шаги, нарушая некоторые правила, что у меня такое сегодня, ну, обычный мейк должен быть, я не иду на съемку. И так странно, что я могу докраситься за 7 минут, а могу там за час. То есть одно и то же делаю, но так по-разному. На вид тоже отличается, в принципе. Та-дам! Вот такая красота получилась у меня. Что ж, ребята, я решила не надевать никаких новинок сегодня и пойти обычно, потому что день рождения будет дома, хочется комфорта, не хочется никакого платья. Я надела обычные боди, такие спортивные штаны, часики. Очень нравится такая фишка надевать часики именно сверху рукавов. Мне кажется, это очень красиво, особенно когда здесь есть вот такая вот штучка.
нравится. В общем, сделала себе макияжик, прическу и идем. Мне очень интересно подарить подарок Розе, потому что, мне кажется, каждая девочка маленькая мечтает о чем-то подобном. Но я могу ошибаться, потому что все мечтают о разном. Смотрите, ребят, что мы взяли. Это кукла, такая, как будто бы настоящий ребенок. И коляска, и еще кроватка. Вот на картинке нарисована. И еда. А цветочки мы взяли маме человека, который родился 6 лет назад. Смотрите, как здесь мило. Куча домов. А мы идем в нужный нам. Тебе так идут цветы, Оск? А тебе? Тоже. Сейчас сниму реакцию Рози на подарок. Если вы не против, у меня уже начнется мамский детский контент. Давай. Ой. Это такая. Это тебе. Спасибо. Поздравляем с рождением дочери. Спасибо. А где Рози? Слушай, Рози еще не дома. Вопрос другой. Вот сейчас кто тебе звонит? Вот сейчас. Ты? А откуда телефон? Кто звонит? Ты. А почему не берешь? Потому что я... Да. Хотя я без рук. Смотри, какие они красивые. Алло, Оск, привет. Я тебя жду, брат, по мясом. Ты когда будешь? Именинница у нас оказалась не дома, она с подружками в какой-то игровой комнате. Так что мы пока просто ждем и играемся вот с этим чудом. Привязала ей шарик. Она не понимает, что ничего происходит. Такая сладкая. Вот, давайте вам пока нормально покажу, что мы решили подарить. Тут кроватка. Вот такая кукла. Она плачет. Что она еще делает? Что-то ест. Ходит в туалет. И такой сет с едой, чтобы кормить. Коляска. Надеюсь, что по размеру подойдет, потому что вот это один бренд, а это все для других кукол чуть поменьше. Ну... Мы понадеемся. Стефи, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, Стефи. Стефи, иди сюда. Красота. Все. Откуда у вас такая любовь случилась? Расскажи. Не знаю. Тебя раньше не было. Я тебя раньше никогда влюбленным в детей не видела. Не знаю, Стефи очень прикольно. Смотри, Стефи. Не знаю, как ее. Она прекрасный ребенок, знаешь, она открыта ко всем. Поворачивается, чтобы... Паркуется, да, видишь? Чтобы взять. Да, она чудесная, ребенок. Ну, знаешь, как... Скажи нашей аудитории, что ты чудесная. Скажи, я чудесная. А дядя? Ну, скажи что-нибудь. А мы похожи? Ну, знаешь, в теории, если бы мне кто-то сказал, что это наш с тобой ребенок, я бы не сомневалась, потому что ты тоже темненькая. Но в целом нет, не похоже. Я бы, если бы можно было, если бы родители разрешили, я бы ее вот так вот на мангале уже поставил бы, пожарил бы и покушал. Ей не нравится эта идея. Стефи! Над мангалом можешь так не делать? Как она на этом вымышленном стуле сидит? Мне страшно. У нас здесь овощи. После овощей будет мясо, рыба. Сейчас будет мясо. Мы, кстати, заказали похожий сет. Так что он нам придет. У нас тоже есть мангал и грильница, которыми мы можем пользоваться. Нам разрешил
наш арендодатель. Людям не нравится, как я говорю, хозяин, буду говорить арендодатель. Мы тоже сможем, когда у нас будет всякая такая штука, звать гостей. Что-то прикольно. Салатик нарежем из этого. Ты такая сладкая. Вот такая хорошая. Ты красавица. Смотрите, какая милашка. Сюне. Эй, улыбайся, Тео! Что за милый гномик? Какому торту она точно обрадуется. Ой, Зиня, украсиня! Кондиционер выключил! Мы тебе решили подарить такой подарок, чтобы ты была похожа на свою маму. И у тебя тоже была маленькая Ляля. Круто? Да. Только... Подожди, подожди, Рози. Какая ты быстрая! Как ты догадалась, что у нас еще вообще-то... Еще есть подарок. Есть коляска! Рози, тебе нравится? Да! Как думаешь, это достаточно для тебя? Да, достаточно. А мы подумали, что будет недостаточно, поэтому взяли еще подарок. Еще? Это кроватка для куклы. Ты сможешь укладывать ее спать. Тебе надо придумать имя. И хорошо кормить. Я ее назвала Милена. Смотри, что мы еще взяли. Еду для ребенка. Чтобы ты кормила, чтобы она никогда не была голодной. Спасибо. Еще там? Еще там? Тебе надо имя придумать. Она сказала. Я сказала Милена. Милена будет? Только не забудь. Плакать. Ты сможешь памперсы менять ей? Даже соска есть настоящая. Соска, памперсы, все, надо ее кормить. Она и плачет, если будешь плохо смотреть. Нет. Рози, у нее одежда такая мягкая, как у Сюне. А ну-ка. Ой, правда. Маленький слюнявчик. Эй, ребенок. Фу, ля-ля-ля. Сири, Сири. Сири. Я. Пусть они, Стефин, горьки. Горьки, Стефин. Горьки. Соски. Пачи. Стив, соска тебе только интересна. Да. Ань. Я когда знаю. Надо сказать да. Что с Андрей ты? Какая умненькая девочка. Ой. Идеально. Все, пусть спит. Ребята, наш день подошел к концу, день рождения закончилось, мы едем сейчас домой спать, отдыхать. И я на этом моменте хочу с вами попрощаться, увидимся с вами в следующем влоге. Я тоже хочу попрощаться. Давай. Увидимся с вами в следующем влоге. Пока-пока. Give me a little faith, something to make me stronger, someone to